В квартире были установлены двое граждан, оба ранее судимые, которые, в принципе, не стали отрицать содеянного. Один из наших, получается, знакомых лег спать, двое других продолжили распитие. В ходе распития между ними возникла ссора, в ходе которой мужчине были причинены какое-то резанное ранение, после чего совместно проснувшийся мужчина и наш обвиняемый выбросили тело потерпевшего с 8-го этажа и дальше продолжили распитие спиртных напитков. Как потерпевший, так и обвиняемый, они стоят на профучете как алкоголики-правонарушители.